снимать вообще, одновременно на 100 минут. Никита Мартынов, город Кронштадт. Юношеская спортивная школа. Синемозный Алексей Пятышев, Московская область, город Кронштадт. Клуб «Октавия Спорт». Финал весовой категории плюс 65 килограммов.
Если сейчас
Дальше.
За второе место в этой весовой категории награждается Алексей Пятышев. Клуб «Артамен Спорт» города Ленинграда. Награждается победитель весовой категории плюс 65 килограммов Никита Мартынов. Детский сад. Победитель в середину должен стоять. Смена рефери. Рефери в ринге Николай Слюченко.